Очередная распаковка посылки из Китая. Открываем посылочку. Здесь контейнеры. Точнее, не контейнеры, а адаптеры для батареечек размером 3А до размера 2А. Попробуем вставить батареечки, точнее аккумуляторы. Это контакт самой батареи. Аккумулятор болтается внутри контейнера. Такой вот адаптер-переходник. Может выручить, когда нет батареечек формата 2А, а есть батареечки формата 3А. Этот адаптер может помочь в данной ситуации.